Я Сергей Родионов, приветствую вас на нашем канале Finishing Group. И сегодня у нас будет обзор новинки прошлого лета. Значит, ребята мне дали попробовать, помимо своих лаков, основных, которыми они занимаются, это MIPA, то есть ребята из компании MIPA, значит, дали попробовать лак, значит, который они привезли из Арабских Эмиратов, называется Numix, от компании или бренда National Paints. Я, честно говоря, про него мало знаю, то есть я его не видел в сервисах, вот, и, скажем так, абсолютно ничего про него сказать не могу, вот, то есть сегодня будет это прям, что называется, первое впечатление. Вот, единственное, что хочу сказать, что это лак классический, двухслойный, с стандартной пропорцией 2:1, либо без разбавителя, либо с разбавителем, то есть и два слоя. То есть такая, как бы, хорошая, наверное, рабочая лошадка, скажем так. Вот. Впечатлением сейчас мы нанесем, я расскажу вам. Вот. У меня заранее подготовленные детали, соответственно, черный цвет, то есть, чтобы глянец посмотреть. Поэтому вот, как бы, вкратце, что нас сегодня ждет. Поехали! Как говорится, подход окончен. Собственно, нанесли мы лак. Что я могу про него сказать? Значит, лак неплохой, но его, скажем так, у него есть задел под, условно говоря, кривые руки. Что я имею в виду? В классике, да, то есть вот как мы сейчас его, значит, разбавили, сам по себе, как бы, прозрачность у него хорошая. Значит, вязкость заявленная, значит, он соответствует, то есть там 18-19 по ТДС, значит, без разбавителя у меня получилось 21 секунда. Вот, и так как я делал, то есть пистолет 3300 дюз 1.3, значит, и вот я добавлял 5% разбавителя, значит, ну, скажем так, он туговато шел. То есть, значит, либо мы добавляем минимум 10%, если у вас дюза 1.3, значит, на лаковом пистолете, либо второй вариант, вы лачите через дюза 1.4, что, в принципе, я считаю, наверное, будет более правильным, вот, потому что он такой достаточно нажористый, то есть, если его, скажем так, совсем не разбавлять, он прям вот такой, ну, достаточно сочный будет, но единственное, что, как минимум, опять, как я сказал, уже будет, нужна будет дюза 1.4, как бы, и он практически не растекается после, вернее, нанесения. То есть вы нанесли, как бы, да, ну, он фактически таким остался. Чуть-чуть он так подрастягивается, вот. Но это, скажем так, вот тоже учитывайте в работе. А так у него блеск, как бы, хороший, то есть, как бы, никуда он не сел. Понятно, что там пройдет какое-то время, там, да, недели две, как бы, я не знаю, что там с ним случится. Вот, но, по крайней мере, он блестящий, как бы, он такой достаточно нажористый. Если было бы 1.4, я все, во-первых, было бы и веселее, и быстрее, да, и, может быть, даже посочнее. То есть не надо будет вам там 10%, 15% добавлять. Вот, поэтому мое мнение, как бы, что вполне себе неплохая, как бы, новиночка, вот. И, собственно, используйте его с большей, как бы, большей дюзой, да, и меньшим количеством разбавителя. Мне кажется, как бы, так будет, наверное, оптимально. Вот такие у меня впечатления. Спасибо, что посмотрели меня до конца. Встретимся снова за каким-нибудь обзором продукта или лака. Всем пока!